Начинаем. Евин Вазелин. Евин Вазелин. Подожди, я шарошусь. Шарошишься ты. Я потрогал наушники, поудобнее сделал. Я тоже потрогал. Угадайте, что? Коленку он мой потрогал и сразу поговорил. Хватит. Под коленка. Под коленка. Что ты хихикаешь? Ты знаешь, что нет названия для подколенки? Да, знаю, ты мне сама же это рассказывала. Я тебе еще раз расскажу, ты представляешь? Кстати, я слышал... Патрон не взял. Фильм слышал классный. Подколенка? Прикинь, короче, нет, смотри. О, нихуя, он запрыгнул, ты видел, прям как ласка. Именно так они и прыгают. Что такое ласка вообще? Ласка животное. Оно похоже на хорька. Только это ласка. Потому что она дикая. Хорек вообще тоже дикий. Но бывает домашний хорек. Какая у тебя ласка? Дикая. Похоже, это какой-то рынок. Да. Какой-то печальный рынок. Блин, почему он с такой жестокостью все время это делает? А такой. Ну потому что, блин, он бесится, конечно. Бешеный монах. Какой он монах? Ай, сундучок. А на монах, я сказал. Это первый сундучок. Открываем свой. Мы что, до половины игры не дошли, нас все время обучают. Ну, видимо, да. Чтобы она увидеть. Монах. Что? А помнишь, открывался? Мина, там мина, Дим! Бля. Да, там обучение надо было читать, что я делаю. Ты же видел там мина, зачем ты его открыл? Катя на меня так презренно сейчас посмотрела. Ну что, дебил, ты же видел? Ты же видел, что там мина. Ну я же не знал, что делать. Только закрыть. Мина, круто. А возьми, может, что там есть? Есть аптечка. Взяли аптечку, чтобы взорваться. На обучашку. Ладно, Катя, не это. Не смотри на меня презренно. А, она и не смотрит. Наплечи ее. Себе ты вколол. Штырева. Катя, мы на рынке просто. Нам штырева. На рынке всегда так. На рынке всегда так. Да тут какую херню попробовать такой, типа попробуйте. Сначала башню снесет, а потом будет уже. Воу, патрончики. А мы реально получается на рынке, смотри, кругом патроны. Ну да. Только вот на каком-то военном рынке. Да нет, это классический рынок овощной. В каждой бочке по три патрона. В каждой бочке по затычке. По затычке. Маленькой затычке. В каждой тычке по бочке. Прямо в маленькой. Маленькой дырочке. Есть одна небольшая затычка. Что ты несешь? Подожди. Тихо. Я сконцентрируюсь. Что за песня про дырочки и затычки? Я концентрируюсь, подожди. Затычку мне в дырочку. Я просто пытаюсь привести себя в чувство, ну, типа, не спать и всё такое. Отец был человеком суровым, гордым, как я думал, умным, но еще он был благочестивым, верующим. Идешь по рынку и находишь запись, которую сам оставил. Успех, ты сейчас купер залезешь на все вообще. Я врезала это. Я знаю. Такое случается в жизни. Ну давай, бей такое дальше. Там налево и направо можно пойти. Куда пойдешь? Сидит это твоя девушка рядом. Вопрос. И вот уже через минуту ты банкрот. Там можно было в другую сторону пойти. Чего ты опять сюда идешь? Я? Выходи туда. Вот туда. Полетом вот мысли туда, про вон песню. Вон туда, Дим, вот туда. Не в ту сторону. Если что, она показывает мне в обратную. Ну конечно, надо идти-то в обратную. Конечно, в обратную будешь показывать. Кто мне сказал, надо идти в обратную? Да была газетка, что-то на ней. Окей, я просто пробежал в эту сторону. Чтобы опять шикотно, сейчас буду смеяться очень громко. Да. Уговорил. Ну, бери кастрюлю, смотри, там пловчик. Мне надо, знаешь, что сделать? Дим, я не умею варить плов. Ну, в смысле, я-то женщина. Пойдем вешаться. Мне нужно научиться варить плов. Взрывную эту сделай болтяшку. Я не умею чинить двигатели. Все. Убито. Я лучше подвину твою ногу в сотню школу. У меня нога лежит на стуле, он его отодвигает. У меня, блин, шпагат получился. Просто этот стул своей ногой очень часто задевает бутылки, кружки, точнее, с кофе и чаем. Какой болт делать? Ну, который взрывается. Ну, очевидный вам проще. Ну, разрывной, вот, да. Вот он, три. А, я даже два болта смогу такие сделать. Ну, отлично, смотри, два разрывных болта. Два разрывных? Ну, можно было два обычных сделать. Вот тут, смотри, можно разбить. Смотри. Мы рагу тут насобирали, просто пипец. Ну, да, продолжаешь, да, очевидные вещи говорить. Я, кстати, между прочим, даже рагу делать не умею. Я тоже.
Так обидно, слушай, ни рагу, ни плов. Девочка, почему ты плачешь? Я не умею делать рагу! И плов. И плов. Во, нам туда. А рагу варится вообще? Да. Там, короче, из овощей мясо. Ты знаешь про это больше, чем я. Ну, открывай давай. Слышал? И потом съехал вправо. Именно так это и озвучивали. А потом он ножками вот так вот приставляет, чтобы подстроиться. Да-да. Ну, смотри, там как будто бы большой болт торчит. Шутка прокатила, так он покрутился. Ну, это кладбище. Сука, где мы? Действительно. Дома какие-то. Да, ну тут отключишься лифты. Что, блин? Это кладбище, все, что ты тут. Как это, помнишь, короче, писали прямо в одну. Ты реально сейчас разольёшь? Да ну нет, ну что ты, нормально все, у меня все под контролем. Моя левая нога контролирует этот район. Мистер Контроль просто. Моя левая нога. Это Питерсон, это моя левая нога. Хватит, Дима, мы играем в серьезную игру. Как выключать этот фонарь, который горит возле задницы моей? Никак. Головой взял пальцы. О, опять кровь пошла. Смотри, сейчас опять говноеда превратится. Да он плюет, это не кровь, смотри, он просто притворяется. Мерде. Ну, надо запомнить, мерде. Мерде это дерьмо вообще-то, не черт. Это черт. Это дерьмо. Мерде. Проклятие, черт, дерьмо. Такое, знаешь? Ну, ругательство, короче. Просто мерде. Мерде, да. Блин. Бля тоже мерде. Нет. Думаю, это для бля другое слово отдельное. На мердля. Мертлявый, черт, мертлявый. Бухло заканчивается. Сяп, я думал, сказал сяп. Ты знаешь, как посяп. Такой, да, подловил его. Слышь, ты бухаешь до сих пор, но я, по крайней мере, не это, не пытался убить ее. Ma non ha mai influito sul mio lavoro. Comunque. Каждый раз, когда я слушаю их диалоги, мне кажется, как будто мы смотрим бразильский сериал. Себастьян. Причем находимся в этом время. Смотри, у них плохие отношения были, когда они были детективами. Там какой-то город плоский. Мне нужен напарник. Встань, сука, и живи. Нихера ты белый резко стал. Че это за божье проявление? Где-то. Что за свет такой резкий? Слышишь, слышишь? Да, почему свет так стал? Ну потому что день стал, наступил день. Как выключить? Выключи ты дебильный факел. Сектанты, что ли? А то, что зомби кругом ходит, вообще не смущает. Слушай, это баг какой-то со светом резко случился. О, смотри, там что-то... Ну, страшно, подумаешь. Там вот смотри, слева еще что-то можно взять. Вот. Здесь. Не то. Нихера он открыл на стоянке. Вот там я имел, да, вот это. Фрагмент 12. Что это мы начали находить? Мы уже два можем вставить. Вставить. Прям как фильм Саша Грей озвучила сейчас. Уже два мужа. Это что за фильм? Саша и ее научные товарищи сидят такие трое вокруг Саши. Такие, мы уже можем вставить два. Коллеги, кажется, сейчас поместится и третий. Куда же ты? Именно так это происходит в фильмах Саши Грей. Да, иди, ты куда пошел? Ну, еще смотрю. Ну, потом посмотрим. Дим, сейчас еще начнется какая-нибудь волна, и ты уже не сможешь туда зайти. И уж туда. Вот, видишь. О, я выключил фонарик. Видишь, молодец. Ммм, покушать. Ну что, я не хочу туда. Надо пойти и вставить два фрагмента и сохраниться заодно. Видишь, все логично. Вставить она хочет. Ищет моменты. Смотри, опять покушать. Смотри, теперь с каждого момента, ну, хватит как он уже, телепортируется сюда, фотка от того места, где он был, тут показывается. О, иди вставь. И он постоянно срется от этого. Бля, фотка. А, они уже вставлены. Так раз 10 сделал. Чего ты не вставил? Они уже вставлены. Ну, чем мы пришлись? Завдупляли, за нас уже вставили. Не, я не брал ключи. Да, ноль ключей. Ну да. Ноль ключей. Сохранимся? Я думаю, стоит. Ну, сохраняшка на лишнее не бывает, знаешь. Перезаписать? Перезаписать. Не уйдем отсюда. Нихера делать больше. Так, Катя. Она вообще воспринимает это все как должное. Чувак приходит к зеркалу, встает, что-то щурится и пропадает минут на 10. Он не пропадает, мне кажется, его просто он такой типа пялится, рассматривается в зеркало в этот момент. Вряд ли его тело пропадает из этого измерения. И резко становится прокачанным, да? Его меркантильность и пафосность прокачивают, да, его голову. Да, вот как это работает в этой игре. Угу. Захлеша, игрушка.
Ребята. Кстати, игра вылетела. Да, у нас вылетела игрушечка немножечко. Так что вовремя мы сохранились. Спасибо, Ева. Летали, смотри. Спасибо, Ева. В леске видел? Нет. Я видел. Круто тебе. Куда идем? Мы с пяточком сюда. Угу. Все, такой, прикинь, доходит до порога. И опять вылетает. И вылет, да. Камера вокруг зачем-то покрутилась. Погоди, сейчас я попробую осмотреться. Просто, бля, выйди в поле и посмотри, кто там кричит. Выйдешь в поле, сядешь. Далеко тебе видать. Вот это Бенни. Одни проблемы от него, все ломает нахер. Колокольчик лезет в попу. Пища нюхает цветы. Что? Лето-лето золотое. Лето-лето, где же ты? Стихи такие детские. А, ну да. Детством смотри. Прям пахнет. Коля, сливочка. Где-то в районе писи детством запахло. Наушники тут. Наушники улетели. Коля, сливки тянет. Че, серьезно, Катя? Катя, положь пушечку. Слишком длинная для тебя. Даже ее отнять не может. Да, трупное коченение еще присутствует. Этот парень умер недавно. А когда давно трупное окоченение проходит? Да. Нет. Да. Нет. Да. Думаю, тебе стоит идти вот туда и направо. Да, назад не вариант. Бам, горишь. Чувак, внизу вода, упади. Молодец. Впрочем, эта вода горела только что. Что за сука? Это что? А, вон чувак стоит, смотри. Кажется, это Катя стреляет. Да нет, вон. Ой, он убил. Сука, тупая. Это мой фраг. Стиллер. Стиллер вонючий. Ой, так кто горит. Лежит. Гори в воде. Парень хотел встать. А я его такой спичку в воду кинул и сжёг. Вон еще один, смотри. Много их там, в смысле. Да. Опа. И дверь открылась. Уу, встали. Не успел я их поджечь. Катюш, стреляй. Я думаю, он если ты сейчас не выстрелишь, я его убью. Давай, я думаю, он тебе разрешает. Убивай его. Молодец. О, рагу. Та-ра-та-та-та-ра. Смотри, как четко стреляет, а? Да, он того тоже убил, что ли? Да, да. О, нормально вообще. Я думаю, он тут еще пойдет сейчас на тебя сзади подойдет. Здесь ничего не выпало. Я думаю, тебе стоит их поджечь. Да ну, зачем на меня тратить? Он по одному выстрелу в грудь пускает, и все, и убийство совершено. Ну вот этих ты тоже не будешь поджигать? Ну, или вон того, например? Зачем, смотри, они перекосоебины во все, их даже нельзя поджечь. О, открыл. Вон, пацан, не получится пройти. Я тебя не слышу. No problem. Он говорит, тебе выйти на тропинку нужно, я тебе буду переводчиком местным работать. Так. Дело в том, что мне нужен... Дробовик. Вот этот дробовичок. Зарядить 3 патрона. 4. И взять 4, да, и взять вот эти 3. Ну и все. Та-ра-та-та-ра-та-та. А, нифига ты нифига, близко. Да. Я думал, он подальше стоит. Подальше он стоит. Подожди. Не горят. Вон там, иди дальше. Кто-то кричит, слышишь? Ну, да, например, этот парень. Смотри, серьезно, умные прокачанные, реально, я думала, они не настолько умные. Ну, хотя, учитывая, что... Ой, да ладно! Такой, иди вперед, чувак! Зря открыл. Блин, пацан. Дима, мне стрёмно. Он такой вообще большой. Ой, да ладно. Еще давай. А что такое дерзкий парень? А что, Кать, не будешь стрелять? Прикончи. Да, прикончи его. Дим, прикончи, стреляй ему в голову. Я пытаюсь, я не понимаю, что делать. А может, в голову? Чтобы нагнуться. Да ебучее врение. Ой, вообще бегать можно. Я сзади стоял. Игра, ну что ты со мной творишь? О, возьми патроны и пошли. Я думаю, тебе не стоит так делать, тебе нужно прикончить, вот что. Я пытаюсь понять, что сделать, чтобы сел. А, вот что делать. Ты что, стреляй? Ой, бросался, смотри. Больновато. Кать, ну стреляй, ну хорош. Катя не может. Катя, ну типа, говоришь, чтобы ты сам. Мне кажется, когда он упадет, тебе нужно не подходить к нему вплотную, а вот именно стрелять от него продолжать. Сейчас он упадет, когда? Да все, он сдох уже. О, горит. Говна кусок. Кстати, брат-татишка его. Реально, брат-татишка. Смотри, братюнь пришел. Пошел в задницу, я побежал. Ой-ой-ой.
далеко не видно. О, это что, были разрывные? А, нет, ослепляющие, походу. Давай, давай. Ух ты, не пинается, бля. Вчера дерзкий. А, ну мне некуда было уворачиваться. Просто пипец разбил. Ну, вообще умничка. Ты так вот просто молодец. Попробуй стрелять в него, а не жечь. Ты не сможешь сейчас ничего сделать. Попробуй в голову не стрелять. А, нет, не сможешь. Я думаю, тебе стоит отойти, потому что у тебя с хп, что тут вообще дабл-трапл. Дабл-трапл? Ой, промазал. Ой, блин, а что, реально не предупредили даже, что... Да всё, он сейчас умер. Уууу, два на двое. Двое на двое. А. Да ладно, двое на двое. Два на одного, между прочим. Катя, я ни хера опять не делал. Мне кажется, этот ублюдок хочет, чтобы я сдох. Прямо он хочет. Встретимся у коней. Я, конечно, за ЦСКА, но давай где-нибудь в районе Спартака. Ой, можно взять, смотри. Что? Уолт, я пошел. Я приведу Донну, Даниэл. Отличное сообщение. Че, Катя, подожди, конь. Мы встретимся у коней. Конь, только два коня. Когда, помнишь, вы еще разговаривать умеете? Да, конечно. Говорят мне, ня, только два коня на кладбище, ня-ня. А, ты же теперь можешь 20 патронов с собой носить? Да. У тебя еще шприц, а счет раньше не кололся. А зачем? Я раньше люлей получил. Эй, что он читает? Я прочитал уже эту записку, хватит. В том, что написано про коней. Нет, это он в том доме. А в каком том доме? Я что-то не помню, что там что-то про коней было написано. Мы да это он читал. А, он читал? Да, это не мы читали. Он с нами не советовался. Он читал. Думаю, нам вниз, видимо, да. У нас только есть выбор. Если можно, я выберу другой. О, тебя опять перенесло сюда. А опять фотка это. Ну, а я же что-то говорю. С его разумом вообще вот творится, прям полный таз. Так, ладно. Так, сейчас будут какие-то показушные штуки. Да, Катя, погоди. Ключиков не Катя, Борис. Не-не, Катя там подождет, я имею в виду. Катя, погоди, я к этому говорил. Боря. Боря. А он сохранится просто, мне кажется, тебе просто дали сохраниться. Здесь не дают пистолет доставать, если просто сохраняешься. Попробуй все равно, попробуй сохраниться. Обосрался. Да иди-ка. Бор, что за дела вообще? Я не подходил к зеркалу, бро. Перезаписать? Ну, Боря, да, в смысле отмена, ты че? Перезаписать. Все, иди к зеркалу, подойди. Что за говно, чувак? Он не выбил дверь, он просто пошел, видишь, нельзя. Блин. Ой, тут каждую дверь теперь можно открывать, да ладно. Ну ладно, мы когда приходили к Борису, сюда было очень все дружелюбно. Нам никогда здесь никакую пакость не подстраивали. Вот не надо, вот. Не, одно говно было, но страшно было чисто. Ну, я имею в виду, да, ну как бы вот магию не надо рушить того, что у нас тут дружелюбно. Что это безопасное место? Да. Не, все, просто можно выходить, да, походу. Ну, походу, вот. Это действительно просто. Да. А то я уж ты меня напугал сейчас. А зачем? А что за на? А нахера? А дядь-то. Мне кажется, как раз для того, чтобы напугать, так знаешь, типа, немножечко, чтобы штанки подналожили. Каналья! А то, типа, знаешь, сидишь давно, замерз играть, типа, останешь. Может, они не придумали, какой переход сделать? И такой, так, надо его вернуть, чтобы он, короче, потом вернулся через зеркало и появился в другой локации. Урон прокопашный, посмотри, можно увеличить? О, да, увеличить. А зачем? Ну зачем ты дерешь сейчас? А, лечение... Нет, лечение шприцами. Она типа больше. Больше ячеек. Больше здоровья восстанавливает. Вот. Я, по-моему, это и качал в прошлый раз. 1700. Скорострельность. Нафиг надо. Я все равно размеренно стреляю. Во, мне нужен болты. Разрывной, я думаю, больше стоит сделать. Ну, я не смогу. Все просто гарпун. Просто гарпун. Тоже норм. Еще раз хранить тебя. К сожалению. Урон, да, просто гарпуна я увеличил. Ну да, или дальность, или урон, я особо не запомнила. Она там самый дешевый, бля, всего лишь две штучки нужно, чтобы сделать его. Неплохо, все, можно выходить. Так, больше так не делай, Боря. Неплохо, а то смотри, наши эти штучки мозаику собирают. Ну, а смотри, его приломило нахер. Надеюсь, Катя тут не бросил меня. А то он может, стерва. Да, нет, может. Тут смотри. Блин, даже ни водичкой на меня не полил, не плюнул, ни по щекам не постучал. Вообще забил на меня. Ну тут можно пролезть, посидеть на корточке? А, нет. Напротуре пара пора перекуэра перме. Я умею говорить по-итальянски. Да. Кватру камини.
Молчать, ой, блин, сука. Мне кажется, мы сейчас вернемся к тому чуваку, который бегал за нами, помнишь? О, может быть. Так, нахер. В начале смысла. Простите. Та-та-та-ра-та. Ты жив? Да нет, это не все мертвые. Давай, иди вперед. Я ой, тебе сейчас... Ой, ты чуть не зарядил просто в лоб. Та-ра-та-та-тан, та-ра-та-ра-тан, та-ра-та-ра-тан. Мина? Нет. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-тан. Это что? Ну вот так вот они становятся мертвыми. В смысле, живыми? Это мертвыми. Блин, сейчас опять босс? Что-то не дохрена ли боссов? О, смотри, какое говно. Через это говно придется идти, походу. Ну-ка. Блин, а прикинь, если опять реально босс? Это просто пипец, как много их будет. Ну, это мини-босс. 3, 5, 9, 7. Пароль. Что? 3, 5, 9, 7. Это 9. Это неправильный пароль. Не иди туда! Не, можно, 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 можно. Ой-ой-ой, кто-то шевелится, Дим, слева. Что это за цифры? Дим, там слева шевелится, между прочим. Секунду. Он нотату кольколза. Я что-то такое записывал, говорит. Что это говно мы не откроем? И ты убить его не можешь, да? Ха-ха-ха, я же говорил. Он сейчас рассчитает всё. Да я уже рассчитал, 3, 5, 9, 7. Что, дебил, что ли? О, иди там открыть что-то можно. Там, в смысле, открыто вот там, можно что-то взять. Это 7. Это 3. Где? Вот здесь? Тут, да. Можно зайти и взять. Смотрим. Да, действительно, спасибо. Пожалуйста. Всегда замечаешь такие ништяки. Да, для того я тут и сижу. Здравствуй, Болт. Я тебя спасу, мистер Болт. Ты мистер Граната. Мистер Граната и мистер Болт. Прикинь, такая семейка счастливая. Мистер Граната и мистер Болт. Так, значит, первое у нас вот это вот говно, которое уже нажато. Нажато. 3. 5. А может быть, в нужном порядке их нужно сделать все-таки? Нет? 9. Нажито. Нажито. Ну, ты мне сказал нажито, я теперь буду говорить нажито. 7. Ты наоборот сейчас поднимешь. Нажито. Ты сейчас наоборот поднимешь. Да я понял. Ну, короче, надо их все поднять, потому что вот это тоже должно было быть поднято. Порядок не тот. Поднимайся. Мне вон того чучка жалко, он корчится, бедненький. А остальных не жалко? Нет, они уже мертвые, а он тот еще жив, он корчится. Его жалко. В жизни я бы сделал так. Чувак! Он перестал двигаться! Это сработало. Блин! Кажется, я застрелил мужика. Ёпта, ну гол. Посмотри, он реально перестал двигаться? Да. Блин, ты чё, ты убил его? мог открыть, смотри, спасти. Смотри, много крови. Ой, это, блин, жалко его. Понадобится нам. Так, нажито. 3. 5. Чувак, теперь твоя очередь. 9. Возможно, семерку не надо нажатать. Надо. Потому 9. Что она не зачеркнута просто. Надо. Видел? Она не зачеркнута. А, ну окей, хорошо. Если что, я успею вернуться. Что за звук такой был сейчас? Газики выпустил. Ай-яй-яй, это ты, я знаю. Расслабился. Попробовал, урок. Можно открыто, смотри. О, реально, иди. Нажал бы 7, тебя бы захерачил. Я знаю. Все. Еще один босс. Похоже, ты все сделал правильно. Лифт поднялся даже. Какой-то он как в матрице, знаешь, со своими жидкостями. О, рагу! Что-то как-то не хочется мне в этот лифт заходить и вниз спускаться. А ты не вниз, ты наверняка наверх поедешь. Вот уж надеюсь, не вниз. Вот уж я на это надеюсь. Так, ладно. Жечь этих чуваков нельзя, то прикинь, сейчас они с вами очень... Такая туса в лифте. Блин, ты того бедненького дядечку... Ну, ты же сказал, он мучается. Ну, вообще ты прав, да, он мучился. Как бы, да. Чё, я его спасти бы... Спасти его я не смогу. Ну, да. Просто в реалиях игры так бы можно было, конечно, мешок разорвать. Угу. Блин, а реально, почему нельзя мешок разорвать? Прикинь, было бы круто, если бы ты разорвал мешок. Там, и там, типа, третий чувак, да, с нами. Да, и эту зачивку такую дали за это. Или за то, что ты его убил, хотя бы ачивку типа, дали. Спас, но не прошел игру. Смотри, сейчас вообще на халфай. Справа, справа. Блин, сейчас этот чувак вырвется и при любом будет с тобой драться. Да, он такой здоровый какой-то. Костюмированный. Он, о, он еще и живой, блин. Амнезии, чувак. Да, 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 немезида. Немезида? Да. Я говорил, амнезия.
А, мне напомнил Немезиду из Resident Evil 2. Ой, можно что-то почитать. Наверное, нам гость, Господь, пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. 12 часов после выведения, бла-бла-бла. Ну, это про тех, которые ты убил. 48 часов. Возбуждены, применено, успокаивающее. Это сироты были? Да, видим. Ой, смотри, ключ, ключ, ключ там ключ, был. Ключ, 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 где? Вот, подойди сюда. Вот? Угу. Не, это карта. Вот сироты. О, о, близнецы. Угу. Как его? Нун и, ой, и Зен. Нун и Зен. Жесть, его зовут. Смотри, какие. Как-то они выросли неправильно, по-моему. Нун немножко, и Зен. Да, но это ключ какой-то к чему-то. Запомни. Да, это ключ к тому, кто нас ожидает дальше. Нас ожидает Нун мы и Зен. Мы же убили их. А, это они? Да, мы это... на кладбище их убили уже. А, Нун и Зен. Ну, смотри, собака волочки. Какая, смотри. Волочки. А реально, прикинь, какая-нибудь собака сейчас на тебя вылезет. Будет вообще без неожиданно. Так, лучше трогай тогда. Только Нун и Зен. Зачем? Там тупик. Я же видел боковым зрением. Окей, я просто не видел тупика. Там просто слышу, 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 слышу. Да, по-любому собака какая-то тут сейчас будет. Стена сзади полуразрушена. Вон она, собака. Ну-ка. Нет, 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 ты там бьёшь. Не-не-не, не получится. Нужно подойти, наверное, к клетке по-любому. Не трать лучше. Я просто думаю, может, здесь ништячок какой, типа секрет. Я сомневаюсь. Ты знаешь, в аркадах, когда стена полуразрушена. Ее типа ударило и... Мне кажется, волк сейчас ее пробьет, может быть, как, может знаешь, быть. Какой-нибудь кат-сцены какой-нибудь. Так, тогда лучше пистолет. Привет, волчик. Тихо-тихо-тихо-тихо, он такой уже дикий. Терец-терец-терец. Тут ничего нет. Ой, его можно открыть. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Туда, там, там проход есть. А, у врагу вон лежит. Где? Вон. Обойди. Покругу. Ой, дурачок. Вот дурачок, не может по камням просто пролезть. Спасибо за рагу. Там, блин, да. Мне кажется, я бы просто не прокачал его, если бы один играл. Почему? Я ни хера эту рагу не вижу. Да ладно, страшно. И все мои выборы из секретных этих, они не на рагу, а на таблетки, ой, на эти, на патроны какие-то. Ну ты постоянно ключами открываешь. Надо Катя, Катя, придется стоять. Нет, ты стоять должна. Мы вместе как-то прошли. Друг в дружке. Что-то знаешь, на что это напоминает? Ты смотрела третью часть? Волк встал. Другого мира. Волк встал. А вот мы вот по этой, на этой стороне. Он сейчас разобьет, да, да, дверь. Да, давай туда, туда. Дим, не надо, пожалуйста, не рискуй, иди просто туда, пожалуйста. Дим. Сейчас, подожди. Зарядил. Так в этой серии, короче говоря, в третьей части другого мира, там было показано логово Вервульфа. И вот там вот примерно такая же говно было. Здравствуй, волчок. У меня там какой-то не только волк, по-моему. Ой, блин. О, Катя! Катя, у него там, короче, несколько голов сшито, не только волк, еще. Да, 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 да. Ёпта, ты налево. Капец, это, понимаешь, какие бешеные ученые должны этим заниматься, чтобы вот такое говно сшивать? Кто-то промазал, волк. Ты промазал, волк. Ушел. Да сейчас он вот там вот выйдет. Не переживай. Он там, короче, сношается с кем-то. С Катюшей. Блин, нет, нет, только не Катя. Он какой-то, знаешь, немножко слеповатый. То есть он тебя видит до определенного момента, потом он начинает бежать совершенно в другую сторону, и, ну, потому что у него, короче, голова как-то немножечко сбоку. А может, этим надо воспользоваться? Ну, смотри, ты штук, по-любому, ключ там внутри лежит. А, нет, это просто был. Может, просто этим воспользоваться надо? Ну, как? Что-то открыть. Допустим, вот эту штуку. Вот это было жестко. Мне кажется, его просто вот убивать нужно, как ты всех боссов до этого убивал, и все. И не выпендриваться. Да. Давай, 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 сюда. Не рисковал-то. Вот это я просрал. Да? Блин, ты очень просрал. Ой-ой-ой. Бля. Уф. Он как бы еще раз за тобой ходит. А кстати, есть шприц, которым ты можешь вернуться. Пора бы. Два даже. О, нормально, прокачали же. Да, да, да. Давай, 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 давай. Нет, смотри, он видит все. Ты просто реально должен. Ты че на него? Кто кого ломал? Да ёпта. Слышишь ты? Прикольный, что ли? Ты его точно убить должен? Может быть, реально просто убежать нужно? Ой, неприкольно, как получилось. Ну, что-то там, Катя, короче, молчит там.
Да, да сука, ну что ж такое-то? Что он попадает все время? Где он? Вот он. Ой, там какие-то ворота сломаны. Нет, там ты не пройдешь, там кирпичи положены. Кирпичи, кирпичи. Ру, ру. О, там патроны. Бля. Да ну как ты тебя вернулся-то? Да, он пипец. Он что-то прям пипец. А можешь прыгать, ну, как в Dark Souls с этими прыжками? Как бы это сделать? Ты не можешь прыгать, да? А, надо выстрелить просто, типа, у него. У, под жопу дал. Почти измерь, близко, близко, близко. Все? Он даже не растворился, в чем проблема? Джейсик странный. Быстро так, хоп. Жесть. Какой Джозеф, блин. Мне кажется, он такой в сознании был. Типа, сейчас полежу, пока он дерется. Угу. Притворюсь мертвым. Он песик убьет, я встану. А блин, реально странно, пес умер, он не растворился, ничего. Господи, Николас, они сквозь решетки прошли, это такая стыдка. Да, да, да. Как это, как мясо через мясорубку его вперед просто. Джозеф, проснись. Очки там забыл, теперь нужно вернуться. Точно, очки. А, ты не убил его, вот почему нам сказали, что он растворяется, просто. Да, теперь придется драться. Блин, теперь нужно за очками вернуться. Серьезно? Попробуем? Нет, слушай, как плохо продается. А, да, зря не думаешь. Вон она моя, это электронное говно. А где очки-то, ты видел вообще? Где-то тут. Вон. Я там очки уронил. А почему бы не пойти и самому не взять, например? Хорошая идея, мне кажется. Себастьян, lo distraggo mentre tu cerchi. Я нашел, дебил, ты меня сейчас отвлекаешь. Эти очки Джозефа, я понял, блядь, что это не случайные очки. Ой, беги, пошел нахер. Я к этому отвлеку и привлекает внимание, куда нужно идти. Быстрее, что ты делаешь? Ты быстрее это делал. Он не может быстрее. Все, на очки, говноед. Все, через жопу, помощничек. Напарник, ты же извини. А, он да не мог пойти. Нормально. Взять. Тут окей. Ну, взять его за жопу, кинуть туда. Ну, сука, иди за очками. Ну, он же слепой, он бы не увидел, куда идти. О, я шутка. Бы отвлекал на себя. Ну, он бы все равно не понял, куда их брать. Он же по нюху не может ориентироваться, куда идти. Ну, не знаю, не знаю, может, очки я бы тебе советовал быстрее двигать, пока собака с разбегу в ворота башни не ударила. Она не умеет так. Ну да. Тебе прям написали, что умеет эта собака. Короче, получите лист. Значит, смотрите, по воскресеньям он бьет головой. Кормить только живыми людьми. Да, да. Живыми змеями не послушайте. Живыми змеями. Блин, это странно, сюда должны были бы что-то положить. Долбоеб стоит на месте. О, прыгает. Фига не прыгает. Километровый просто. Там что-то лежит, смотришь? Ну, пошутил. Какие у тебя шутки смешные. Я, да, я знаю, я шутник такая, еще раз. Обалдеть, я тренировалась. Знаешь, надо сидеть, на кухнях они так смеются, когда нажимаем на пузико. О, прошли, все, как раз можно и закончить. Офигеть, эпизод пройден, шестой. Он нереально большой был просто. Да, шестой эпизод даже длиннее, чем пятый получился. Да в 10 раз длиннее, ты что? Все, заканчиваем. Что будет дальше для нас, сюрприз. Для вас, надеюсь, тоже. Хотя, что, вы смотрите наверняка уже после-после прохождения. Я хочу вам сказать спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи. Пока-пока.